Не прошло и года, игровой смартфон Xiaomi Black Shark доехал до России. Ритейлер CityLink сообщил о начале продаж в России игрового смартфона Xiaomi Black Shark. Изначально смартфон дебютировал в апреле прошлого года, с тех пор Xiaomi успела выпустить в Китае его наследника, Black Shark Halo. Смартфон предлагается в двух версиях, 6 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ на накопителе по цене 34 990 рублей с 8 ГБ АЗУ и 128 ГБ на накопителе за 39 990 рублей. Как отмечается в пресс-релизе, в комплект поставки входит док-станция со встроенным джойстиком и дополнительным аккумулятором на 3500 мАч. Xiaomi Black Shark получил 6-дюймовый экран разрешением 2160 на 1080 пикселей, 20-мегапиксельную фронтальную камеру и основную сдвоенную с датчиками разрешением 12-20 МП, соус и Snapdragon 845, аккумулятор емкостью 4000 мАч.